В Каспийской гимназии номер 7 совсем скоро завершатся работы по строительству универсальной спортивной площадки, строительство которой реализуется благодаря программе «Газпром детям». Отметим, что проект осуществляется при поддержке главы Республики Дагестан Сергея Меликова и Министерства образования и науки Республики Дагестан в лице министра образования и науки Яхьи Бучаева, которыми была направлена заявка на участие в программе. Данный объект создает реальные условия для того, чтобы дети занимались спортом, что прививает интерес к здоровому образу жизни. В дальнейшем, видя, как динамично растет наша физкультурная площадка, один из родителей решил выступить меценатом и дарит нашей Каспийской гимназии воркаут-площадку полноценную. Отметим, что спортивный объект состоит из двух баскетбольных площадок, одной волейбольной и футбольного поля. Многофункциональная спортивная площадка в Каспийске является одной из 15 спортивных объектов, построенных в Дагестане в этом году в рамках программы «Газпром детям».